Всем привет, три пискаря, 15:00. Поговорим с одним из рыбаков, покидающим общий водоем. Добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как прошел ваш отдых, как прошла ваша рыбалка? Хорошо, просто отлично. Половили, вот поймал чуть на жаренку и на котлеты. Клевало очень хорошо. Клевало очень хорошо, но не так много в подъеме, я смотрю. Ну... Реализация прихрамывала, да? Да. Почему? Сильно поводки толстые, надо было потоньше поводочки делать. Ага. Вот. И в этом все у меня сходило. Так что, что поймал, то мое. Рыбалкой и отдыхом довольны? Отлично, отдыхать здесь хорошо. Ни хвоста, ни чешуи вам на воде и всего доброго. Спасибо вам. До скорых встреч. И вам также.